Сегодня в нашем эфире «Большая стирка». Мы выясняем, как работают прачечные по отмыву денег. Работают они каждый день, работают они круглосуточно. Схем достаточно много. И сейчас в нашей студии экономический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Перекрест, который, кстати, подготовил большой материал исследования, который касается этого вопроса, нам объясняет, как, собственно, эти схемы действуют. Владимир, я приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сначала вопрос, каков масштаб этого бедствия? Масштаб огромный, я просто вот глазам верю, а умом эти цифры не воспринимаю. Недавно Росфинмониторинг, это такая специальная организация, финансовая разведка, которая занимается поиском вот этих вот денег, ушедших в тень, там работают специально обученные люди, многие в погонах, и, в общем-то, там они насчитали, что более 20% отечественного ВВП составляет теневая экономика. Это ни много ни мало, порядка 21 триллиона рублей. Для сравнения, бюджет всей страны вот 18-19. Вот, это больше бюджета всей страны, больше годового бюджета. Это немыслимые цифры. У меня сразу вопрос возникает, как это высчитали? Потому что если эти деньги теневые, если они нигде не учитаны, то как этот масштаб определили? Тут трудятся и кибернетики разные, программисты, и оценочные, и видят, допустим, сколько на выявленных участках похищено денег, и экстраполяция какая-то существует. Вот, то есть методика есть, да, и международная методика. По международной методике у нас вообще порядка 30% они дают, но вот наши говорят, что несколько завышают. Да, сюда еще и отнесены теневые деньги от преступности, чисто торговля наркотиками, оружием, вот, но и вот такая казнократческая преступность, она тоже вносит свой большой вклад. Да, но здесь возникает вопрос, поскольку я понимаю, что, конечно, большая часть нашей аудитории даже понятия не имеет, как эти схемы работают. Мы сейчас, не ликбез устроим, и отнюдь это не будет, знаете, такая справка, а что нужно сделать для того, чтобы отмыть деньги. Но я думаю, что схемы, по которым подобные деньги отмываются, грязные, наверное, уже придуманы не вчера и не позавчера. Все это и отработано, и имеет определенную практику. Ну и, безусловно, есть те, кто с удовольствием в этих схемах принимает участие. У меня просто единственный вопрос. Допустим, власти нашей страны на эту проблему внимание обращают? Елена, я вот сегодня встречался с большим руководителем Центробанка, в уровне заместителя председателя, и тоже задал этот вопрос. Как же вот люди, и будет у нас беседа обязательно на эту тему, да, опубликуем и на радио, может быть, тоже дадим, наверняка дадим. Вот, тоже спрашивал, как же это все, вот, если мы это видим, почему это существует? Ну, во-первых, объемы теневого капитала год от года уменьшаются. Это статистика, это так. А во-вторых, конечно же, как вот мне сказал мой собеседник, мы придумываем, как их поймать, а они придумывают, как улизнуть. И способы появляются достаточно новые и свежие, и пути новые и свежие, и страны, через которые это делается, если мы говорим о выводе капиталов за рубеж, тоже появляются новые. Где-то вот там мы создадим агентуру, где-то на дипломатических путях мы договоримся, что нам сдают информацию о серых и черных схемах. Деньги утекают туда, где мы еще не договорились. И вот эти казаки-разбойники продолжаются. Давайте поговорим о конкретных схемах, которые действуют внутри нашей страны. Вот пока до вывоза денег за рубеж мы не дошли. Давайте вот как внутри России отмываются деньги. Вот, есть совершенно такие простые схемы. Самая такая примитивная – это покупка недвижимости. Люди, конечно же, покупают не на себя, вот, потому что люди с определенным статусом, публичное должностное лицо, вот даже существует такая аббревиатура ПДЛ. Ты кто-то? ПДЛ? Да, и ПДЛ, в общем-то, горько говорит, один, значит, обязан вообще отчитываться, и близкие родственники обязаны отчитываться, все декларации составлять. Ну, у этих ПДЛов есть, конечно, доверенные лица, а кто не ПДЛ, но все равно под легким контролем, там у тех есть дети, и всегда можно что-то объяснить. Вот они покупают недвижимость. К сожалению, такая у нас система учета, что отследить недвижимость в другом регионе невозможно, если ты не знаешь адрес. Если ты знаешь адрес, да, тебе система выдаст фамилию хозяина. Но если, допустим, ты хочешь посмотреть, а чем владеет тут некто Иванов?
тебе выльется такой вот вал вот этого, вот этих Ивановых, ты по всем субъектам федерации сделаешь запросы и просто утонешь во всем этом. Вот, так что ну, это одна есть возможность схем, да? уходить. Да, первая схема – это покупка недвижимости. Поэтому и Росфинмониторинг направил письмо в начале марта риэлторским агентствам о том, чтобы вот обращать внимание на подозрительные. Ну, риэлторские агентства, конечно, кто посолиднее, сказали «есть», а кто попроще «есть», но что за этим следует? Потому что мне риэлторы такие в беседах говорят: «А как это так? Мы что, будем спрашивать? А откуда у вас, мил человек, деньги на приобретение квартиры?» На что клиентам скажут: «А твое какое дело?» Да не твое дело, да, и уйдет другому риэлтору. Ты что, налоговая, что ли? Я почему должен перед тобой отчитываться? Да. Или там: «А вы чем занимаетесь? Не публичное ли вы должностное лицо?» Спросит Рион. Опять же вопрос: да твое какое дело? Ну, а потом, извините меня, риэлтор зависит от суммы сделки. Конечно, конечно. Это его кровная заинтересованность. Вместо того, чтобы помогать государству вычислять тех, кто работает по серым схемам, а значит, отмывает деньги, он скорее себе в карман определенную сумму положит и закроет глаза и скажет: «А я ничего не знаю». У нас сейчас на связи директор исследовательского центра Interfax Lab Илья Мунерман. Илья Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Да, ну вот какие еще есть схемы для отмывания денег? Ну, вы знаете, на самом деле это не только покупка каких-то дорогостоящих активов, недвижимости или автомобилей, это скорее метод вывода наличности, да, это так называемая продажа кэша. На самом деле главная беда, с которой много лет уже борется и Федеральная налоговая служба, и Центральный банк, это, конечно, фирмы-однодневки. Это компании, которые создаются исключительно для того, чтобы либо не платить налоги, либо обманывать других предпринимателей, обманывать банки, обманывать иногда работодателей и так далее и тому подобное. Это очень опасный сегмент. Количество таких компаний в России сократилось примерно с 1 700 000 до примерно 600 тысяч за 10 лет. Это большой успех и ФНС, и Центрального банка, потому что сначала борьбой с такими компаниями занималась ФНС. Правда, они возложили обязанность по проверке добросовестности на предпринимателей. Предпринимателям это, естественно, не нравилось. Тогда к делу подключился Центральный банк и начал отзывать лицензии у банков, которые выступали организаторами этих схем. Точнее, даже не организаторами, а помогали организаторам таких схем получать банковское обслуживание. На сегодняшний день и 115-й федеральный закон, и многие другие акты привели к существенному снижению этих компаний. Илья Викторович, а можно объяснить, вот, во-первых, как эта схема действует, если можно коротко, кто руководит подобными конторами, фирмами, однодневками, и где они черпают кадры для того, чтобы это все работало? Ну, смотрите, формально, скажем так, есть люди, которые это организовывают. Они формально никакого отношения к этим компаниям не имеют. Обычно это люди, которые раньше работали в финансовой системе или в правоохранительных органах. Очень часто это пара двух людей, причем очень часто это люди, уволенные в связи с утратой доверия. Вот, и люди, которые раньше встречались, например, это был следователь, который задержал финансиста, но решил не давать ход телу, решил приберечь его на будущее. Вот он его приберег, и когда сам потерял работу в связи с коррупционными проявлениями или еще с чем-то, он начинает его использовать уже в противоправной. Законсервированный агент такой, да, очень да, интересно. Да, угу. Да, бывают такие ситуации достаточно часто, к сожалению. Это как бы вот те, кто организовывают эту схему, это те, кто ее создают. А вот, кстати, слушатели спрашивают, есть ли кадры из ЦБ? Ну, понимаете, в чем дело? Я очень часто, когда меня спрашивают о деталях этого бизнеса, всегда говорю, что это однодневки, они не сдают отчетность. Да, к сожалению, у нас нет точных сведений из ЦБ, но вряд ли, в ЦБ очень жесткая система отбора кадров, и поэтому я не думаю, что есть кадры из ЦБ. Вот, это, соответственно, те, кто организовывают, а те, кто занимают посты генеральных директоров, бенефициариев и прочее, это, конечно, это вот кто. Это
Это я сейчас скажу, кто. Это обычно люди с трагической судьбой. Это люди, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. Это люди, которые... попали там в плен каких-то, может, долгов, да? Да, абсолютно точно. Это микрофинансовые организации. Ну, это... то есть, проще говоря, подставные лица, да, которые потом в случае чего и будут нести всю ответственность. Ну, а у вас, наши уважаемые радиослушатели, есть возможность воспользоваться телефоном прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и даже двумя телефонами для голосования. Я объясню, почему. Дело в том, что мы сейчас обсуждаем те схемы, в которых, ну, наверное, люди не собираются, кроме как отмыв деньги, каким-то образом их тратить на благие цели. А вот есть те, кто деньги отмыл себе в карман, ну, я не знаю, там, две трети положил, но а на одну треть, например, построил стадион, или школу, или детский садик, или магазин, или кинотеатр, ну, или отдал деньги на благотворительность. Деньги-то грязные, с одной стороны, но ведь на благие цели. Вот поэтому и вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели, важен ли лично вам источник денег, если они потрачены на благие цели? Пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или позвонить по одному из двух телефонов. Если вы считаете, что да, источник важен, 637-65-19. Если вы говорите, а мне все равно, главное, что мои дети ходят в эту школу, пользуются, я не знаю, этим стадионом, или, допустим, эти деньги ушли на лечение ребенка, неважно, каким образом эти деньги были заработаны, мне это совершенно не важно, 637-65-18. Код Москвы 495. И нас сейчас уже внимательно слушает научный руководитель Института проблем глобализации, ведущий программы «Личные деньги» на радиостанции «Комсомольская правда» Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, мы тут о схемах по отмыванию денег. Вот какие есть схемы и как их можно, ну так, быстренько по полочкам разложить, объяснить, как эта прачечная работает? Ну, схем очень много. Общий принцип один. Нужно объяснить, откуда взялись деньги. А нужно, чтобы у денег появился легальный источник. Самая надежная – розничная торговля. Продаю я галстуки с пищалкой. Ну, якобы я их продаю, якобы мне их покупают за 50 тысяч рублей. Кто покупает, я не проверяю розничную торговлю. Вот, пожалуйста, вот вам и, так сказать, результат. Причем продавца никто не будет искать. Я думаю, что если по центру Москвы походить, много вы увидите бутиков, которые продают такие вещи по таким ценам, что возникает ощущение, что этого не купит никто и никогда. Но бутики процветают. И не только бутики, но и магазины, рестораны тоже, знаете, как-то меня удивляет. Один ресторан, потом второй ресторан, думаю, место, что ли, какое-то не то. Прогорают и прогорают. Ну, рестораны прогорают, потому что это рынок сложный. Вот, но вполне возможно, что они просто являются прикрытием вот для такого рода операций. Просто если через ресторан вы будете прокачивать много денег, то он будет показывать прибыль, и он не прогорит. Он будет якобы выглядеть очень успешным и очень удачным. Вот. Но и есть более сложные схемы, значительно более, так сказать, тонкие. Вот там, условно, какой-нибудь актер получает за не очень яркую роль в не очень убедительном фильме там, $20 миллионов, а потом 15 миллионов жертвует какой-нибудь благотворительный фонд. Кто к этому придерется? Никто к этому не придерется. Вот, так что много. В строительном бизнесе отмывается очень много денег. В жилищно-коммунальном хозяйстве отмывается много денег. Угу. Ну, а вот то, о чем мы хотели обязательно поговорить, все эти офшоры. Как кого не возьмут, так обязательно у него где-нибудь там счета, компании и прочее-прочее. Правильно. Зачем платить налоги, когда можно не платить? А такому государству, как российское, платить, ну, просто стыдно. Потому что, ну, оно эти деньги на благо общества тратить и не будет, оно их будет замораживать в федеральном бюджете. Так что, а некоторое время назад, когда все эти деньги вкладывались, так сказать, в экономике наших прямых конкурентов, так это было просто вредно платить налоги, потому что бизнес давал государству деньги, на которые то поддерживало конкурентов этого самого бизнеса. Естественно, что все, кто может, все уводит в офшор. Понятно?
Спасибо огромное. На связи с нашей студией был ведущий программы «Личные деньги» на радиостанции «Комсомольская правда», научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Еще раз напомню нашим радиослушателям вопрос, важен ли лично для вас источник денег, если они потрачены на благие цели. Да, важен. 637-65-19. Нет, не важен. 637-65-18, код Москвы 495. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и вот приходит сообщение, кстати, на WhatsApp и Viber. Нам пишут: ничего себе, вы уже пропаганду повели на оправдание государственных жуликов. Ничего себе, вот так вот повернули, да. Где тут увидели пропаганду? Далее, конечно, важно, кто-то одной рукой собирает, а другой дает конфетку. Далее, это финансирование от деточкина, мне как обывателю не важно. Ну и вот еще, нельзя заработать большие деньги честным путем, так что если часть денег пойдет на благие дела, то это очень хорошо. Но мы возвращаемся к тем схемам, некоторые из которых уже прозвучали в нашем эфире. И, кстати, вот я хочу к Владимиру Перекресту обратиться, экономический обозреватель «Комсомольской правды», который, собственно, и подготовил большой материал на эту тему. Несколько минут назад, до ухода на перерыв, мы разговаривали о фирмах-однодневках, и я как раз спросила, что, собственно, получат те люди, которых ставят во главе такой фирмы. Это или асоциальные элементы, или люди, которые запутались в долгах. В общем, понятно, что отвечать-то им. Да, отвечать-то им, но ответственность очень невысока. Вот как раз я разговаривал с Ильей Мунарманом, который был гостем нашего эфира, вот, и он сообщил, что по его сведениям максимально жесткий приговор такому номиналу, вот их в профессиональной среде называют этих директоров номиналами, 2,5 года условно. Условно? Всего лишь 2,5 года условно, да. В Центробанке мне сказали, что основная часть вообще административные штрафы. Вот, и мы поговорили о том, что коль скоро вот эти вот фирмы-однодневки являются мотором всей вот этой теневой экономики, без них никак, это вот главная операционная система вот этого бизнеса, то, может быть, есть смысл ужесточить наказание, потому что один из таких мотивов, как приглашают этих людей на должность номинальных директоров, когда они попали в долги, им говорят: да слушай, даже если попадешься, ну пустячок тебе, ну там условно, ну там какой-нибудь штрафик. А так, когда лет 7, допустим, грозит человеку за участие в схемах, вот, он может быть сколько угодно говорит: да я ничего не понимал, что я подписал, какую доверенность там на действие от его имени или там... Ну, в итоге-то мы наказываем человека, который и так в трудной ситуации, отнюдь не убираем эту схему. Всегда найдутся люди, которые не заглядывают в уголовный кодекс, понятия не имеют, что им грозит по тем, знаете, или иным статьям. А в трудной ситуации попадает, допустим, тот, кто грабит. Грабит и отбирает имущество у человека. Ну что же, ну да, может быть, это учтется, может быть, при верхней планке, там, допустим, от 5 до 9 лет дадут ему не 9, там, а 6,5. Вот. Но как-то это жестче наказывать можно. Мне кажется, надо бы. Давайте, Владимир, послушаем нашу аудиторию. Ольга нам дозвонилась. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что скажете? Я скажу, что эта тема актуальна, она давно существует, просто о ней кто-то говорит, кто-то не говорит. А, знаете, я думаю, что не стоит называть все схемы в прямом эфире, потому что люди у нас разные. Многие просто сейчас как заметочку себе пишут, как схему, кто еще не в курсе, как уйти, как вывести деньги. А вы знаете, вот согласна с Ильей, что вот вне эфира он сказал о ужесточении, об этом... Я тоже поднимала вопрос, пыталась в соцсетях и у вас на радио даже говорила, что надо ужесточать, не просто наказывать условно за нецелевое использование или несоответствие должности, а вот людей, которые выводят деньги, которые создают эти схемы, их более жестоко наказывать, чтобы не было вот вывода этих денег, обнищания нашей страны, чтобы не воровали деньги из бюджета, понимаете, вот я по натуре, вот честный, вот, наверное, это неправильно сейчас в нашей стране быть честным человеком. Почему же? Очень правильно. Вот. Вы на правильном пути.
Да, вы знаете, вот, но вот эти схемы, которые вы назвали, это да, но это только часть, мизер. И службы, которые контролируют и проверяют это, они знают об этих схемах. Конечно, вот, знают. Но, тем не менее, Ольга, вы понимаете, в любом случае, то, что эти схемы продолжают работать, доказывает, что, знаете, как голова у Змея Горыныча, одну отрубили, а три выросла. Вот, у нас остается буквально минута до завершения эфира. Давайте очень коротко, Владимир, какие еще есть схемы? Ну, еще долговая схема, остроумнейшая, на мой взгляд, и, конечно, она всем известна. Вот человек дает в долг вот сумму определенную. Ну, что такое долговая расписка? Ты пишешь срок возврата, а потом санкции за то, что ты не вернешь. Вот, и санкции огромные, там, вот, там, процент в день, допустим. Вот, пожалуйста, хорошо. А тебе не возвращают эти деньги. Лишь потом, через какое-то время, ты с этой распиской идешь в суд, и тебе же возвращают твои же деньги, но обоснованно, потому что огромные проценты. Вот так вот. Да. Откуда деньги? Да я в долг дал, а вот гад, только и через вот вернули. Суд я Кстати, вот вернул. Кстати, на вопрос, важен ли источник денег, если они потрачены на благие цели, абсолютно все единодушно ответили, те, кто принял участие в голосовании, да, важен. Вот таков итог нашего разговора. Хороший ответ.